В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также в преддверии памятного юбилейного года Великой Победы, редакция телерадиокомпании «Вектор» представляет масштабный проект. Мы начинаем вещание военно-патриотического телеканала. Наполняет канал художественный кинопоказ, документальное кино, программы и передачи военной тематики, научно-популярные, публицистические и детские программы. В эфире классика советского военного кино, современные фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, кадры, хроники и архивные материалы. Все то, что красноречиво и ярко отображает события военных лет. Уникальный контент и 18-часовое вещание.